Итак, я вам ставлю, и ваша задача почувствовать, а под эту музыку, что хочется делать телу. Ну, соответственно, вот, в какой, куда это относится. Добавим. Ой, какая прелесть, про любовь комсомол. Ага, угу. Ага, у меня ага. У меня прям сильный ага такой. Вот мы, у нас будет здесь серия песен, такие песни писались для того, чтобы люди шли по них умирать. Без иллюзий. Без иллюзий. Почему государству выгодно, чтобы его рабы умирали во имя этого государства? Угу. То есть, если, то есть у нас здесь будет несколько песен, если вас цепляют такие песни, обратите внимание, это опасное чувство. Это опасное чувство, которое будет тащить вас в могилу. Во имя высших идей, во имя высших целей. Не ваших, а то, что сверху сказали, что правильно. Теперь вот другая песенка. Вот что под это хочется делать? Вот тело. Вот, вот. Чего тело хочет? Кто добрый в сказке входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Ученый, не поэт, а покорил весь белый свет. Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Раз в другой настрой. Никому-нибудь морду, не шагать просто так вот. А, все, классно, здорово. Ага. Никому ничего не доказывать, никого не спасать. Ага. Похоже на? Радостная, честная детская радость. Без этих вот героических попыток. Чего телом хочется сделать? Скручиться. И вновь продолжается бой. Сердце тревожно в груди. То есть, лучшие поэты, лучшие композиторы, лучшие музыканты работали над тем, чтобы создавать такие шедевры. Чтобы люди шли умирать во имя идеи. Но они очень хорошо оплачивались, чтобы государство понимало, что вот там вот нарожают людишек, ну и пойдут умирать. Угу. Поэтому если вас такие песни цепляют, вот, нужно срочно бежать. А? Да, скорее вот какая-то... В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм зубчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать ногами, прыгать, а иначе он сорвется, тара-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится весна. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Правда, без претензий? Просто честная, честная радость, повеселиться, попрыгать. Опять оппозит, что вас это отпечатает. Купа, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь твоя, слышишь чеканный шаг, это идут Барбудос, небо.
небо над ними, как огненный стяг. Слышишь чеканный шаг? Вы можете представить, чтобы достигаторы ходили чеканным шагом? А? Они всегда есть. Они всегда есть. И мега-достигаторы пишут такие песни, чтобы помочь толпой отправлять. Мы послезавтра начнем про это говорить. Да, будем говорить про харизму, про своих людей. Достигаторы всегда есть в обществе. Просто они обычно, ну, мега-достигаторы это и не показывают. Те, кто у нас реально рулит страной, их в телевизоре нету. Им это не нужно. Они просто там вот свой гешефт получают. А вот, ну, просто есть народ, ну, это стиль бизнеса, да, такой, например, круг, да, он очень всем нравится, но многим очень популярно. Это деньги на этом зарабатываются, на самом деле это же угу, да, ну, все эти песни про тебя. Естественно, да, естественно. То есть это как инструмент для достигаторов. Ну, еще раз, для достигаторов прячь помощников свою телегу, это его гордость. Вот, вот, да. Вот я не хочу, чтобы были тот, кто эту телегу тащит. Я хочу, чтобы кто в этой телеге сидит, в общем. Да, организовывает все эти процессы. Отворите поскорей, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Побудуба, побудуба, подрапа. Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом просто фальшиво поешь. С претензией. Этот предлагает, ну давай поиграем в игру, ты открыли, говорит, не, нам эта игра неинтересна, мы не хотим, то давай там играем. Ага. Без наездов, без этих вот, пойдем спасать весь мир или еще кого-нибудь. Орлята учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Ничем орлят не испугает. То есть инстинкт самосохранения уже уничтожен. Уже. То есть они уже готовы идти умирать во имя идеи. Орлята учатся летать. Орлята учатся летать. То прямо к солнцу в пламень алый, то камнем падая на скалы. И начиная жизнь опять. И начиная жизнь опять. Типа ты давай умри, и там вот мы тебя тут запомним героем. Только тому, кто умирает, обычно от этого уже ни шарк, ни холодно. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем, давай поиграем. Ну, он не согласился, в общем. Удрал. Свою игру реализовал. Ага. Да, они там идут уже. Да? А это такие времена, да? Это не войны.
Угу. Угу. Рефлекс ловите? Что, нифига не хочется радоваться. Так вот, маршировать печально куда-то там вот, вдаль. Я оппозитная. Телом ловите, вот телом двигайте, чтобы ваше тело запомнило. На уровне телесных ощущений. Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Чик-чик-чик, уноси готовенького, чик-чик-чик. Что на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Без претензий. У нас такая игра. Давайте потыкнем другую палками. Не хочешь, ну и не играй. За забой насильно гоняться не будем. Ловили в теле? Развлекаемся, играем. Еще одна позитная. В этот момент обычно ну, либо маршировать, либо тело вообще замирает. И Сережа вот ног просвистел над головой, никак не задел. Ловили? А если гимн России включить? Послушай. Интересно. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что котик короче не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы. Короче не потянулся. Устал я от этой обузы. Понятно. Ну, в общем, у него есть ага-рефлекс, и его тащит туда, куда ему вообще не по разняга. И песня прям слышно. Угу. Беду. Уже сразу ничего хорошего не ожидается. Уже сразу нам пророчили. Мы на плечи взвалили и войну, и нужду. Громыхает гражданская война, а темна до темна. Ничего хорошего, да? Да. Нормальный человек из такой ситуации избегает. Да. А такие песни, вот, например, выплакаться, вот, в частности, девушкам актуально, и потом чувствовать себя хорошо. У них же часто это прием бывает. Ну, а можно, но еще разок. Если такие песни вас заводят, это плохо. Ну, значит, вас спокойно поймают на этот крючок и потащат куда-то там во имя идей. Подвигайтесь, запомните тело, чтобы потом вас никогда не поймали на снегу в Урике. Лесною стороной увязался черт за мной, подумала мужчина, а слышишь, это сын. Повернула я домой, снова черт идет за мной, плюнула на плешневу и послала к лешему. Самый вредный из людей — это сказочный злодей. Ваши руки вкусные. Это что, мне вкусные? Детство,
человеческая радость без претензий, там, на спасение или кого-то еще плечо убийство. И оппозитная. Да-да-да. Вот его народу. И на амбразуру будет. То есть прямая, директивная, явная лобовая команда. И все должны, мы неудержимы, идти в последний смертный бой. На уровне песни, которая постоянно развивалась, исполнялась. Еще прикол оказался, что много песен было написано до войны, которые считались военными. Ну, естественно. Они были написаны до войны. Ну, естественно. Правительство, я предполагаю, готовилось и заранее подготовило почву. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, как подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Есть? Радуемся, без претензий, шевельно, энергия есть, хочется что-то делать хорошее. Ну и еще несколько песен, парочка. Тревожную даль зовет. То есть хорошего уже ничего не прогнозируется. Уже тревожно, уже там какая-то жопа надвигается. Эта песня была написана к фильму. И она отражает смысл и идею вот этого фильма, ну, естественно, которому эта песня была написана. Естественно, еще раз. Я же не против таких вещей. Ну, чтобы вы понимали, вы можете быть куклой, можете быть кукловодом. Мне кажется, быть кукловодом прикольнее, чем куклой. Нет, конечно, поприятнее кукловодом быть просто. Тяжело сразу понять, что это. Случилось, это брак у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, множество врагов. Но на судьбу не стоит труса. Там у других вдали Бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь. Не вешать нос, кардемарины, дурна ли жизнь? Хороша единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и родина едины. Там у других вдали найдутся, эти враги найдутся. Была бы честь, была бы честь. Это вот сюда вот. Во имя чести люди шли умирать. Бассигатор понимает, жизнь, она гораздо важнее, чем все эти вот условности. Веселее. Да, веселее. Потому что, ну, во имя чести вы умрете. Все, игра закончилась. Да, играть будет нечего. И, наверное, заключительная песня о борьбе внутреннего достигатора с внутренним папоморщером. Да чего же мы несчастные царевны, нам законом запрещается любить в царских семьях. Уж таков порядок древний, по расчету надо замуж выходить. Не хочу по расчету, а я по любви хочу. Свободу, мне дайте свободу, я писаю, пытью лечу. Нам, царевнам, жить приходится в неволе. Пропадают молодые годы зря, нам все время
надо думать о престоле, исполняя волю батюшки царя. А я не хочу, не хочу о престоле, а я о любви хочу. На бою, хочу я на бою, я птицею быть улечу. Поймали? Да. Еще раз, дорогие мои хорошие. Ага-рефлекс – это самая главная штука в жизни достигатора. Самая главная штука в жизни достигатора. Всегда, когда есть возможность... Ну, здесь его какая фишка? Ну, для начала мучимся его замечать. Дальше, как только вы его у себя заметили, в эту сторону нужно начинать идти. Потому что если вы себя его раз не заметили... Ну, заметили, ничего не сделали, заметили, ничего не сделали, заметили, ничего не сделали, какое будет последствие? Он будет стоит управляться. Да. Угу. Поэтому ваша задача не обязательно дойти до конца, но хотя бы там пару шагов в направлении, вот куда вам сказали, что ага-рефлекс, сделать. В смысле телом, да. Разговором. Да, ну... да, да, да. Начать двигаться к этой цели, показать саму себе, да, я заметил, может быть, сейчас я не дойду до конца, но я тебя знаю, я хочу продолжать получать эти сигналы. Потому что обращаю внимание, люди, которые вот такие вот, они эти сигналы игнорируют. Есть долг, есть обязанность, есть мораль, есть честь, есть план, и мы, в общем, будем горбаться на этот план. Пока не сдохну.